первый прыжок нормальный. Мы прыгали 400 метров. На 13-м у меня прыжке что-то меня так что-то испугало. Мама очень переживала сильно, а папа сказал, пускай проявится, он должен стать мужчиной. Ну, инструктор, пинок маленький, нежный, под зад и полетел. Прыгнули, неудачно прыгнули. На акации. Ветер нанес на акации. А у акации большие, 10 сантиметров шипы. Ну, так покололо, комбинезоны прокололо. Ходили мы в болячках. Но ничего не сделаешь. Надо выбирать, уметь. И потом уже я не боялся. Земля, вот лес, как травка растет. Там шагнул на эту травку, и ты уже летишь. Первое, что это мечта моя была, я когда уже прыжки сделал, порядка где-то 90 прыжков, я все-таки инструктора уговорил и прыгнул с инструмента. Я начал играть в воздухе, а труба не звучит. Как будто обложили ее чем-то. Играю, и все, ничего. То есть эхо, да, нет. Я родился в поезде в Новосибирске. И вот считается, что я в Новосибирске и родился. Ну, по профессии отец у меня энергетик, он по турбинам, вот электростанции. Это вот многие. Новосибирская, Усть-Илимская. А вот у отца такая профессия, и за отцом, и мама, раз семья, и я. А у меня же отец, он из тех народных умельцев, он очень владел здорово инструментом, баяном. Гармошка это его любимая была. Мама очень хорошо пела. И вот они пели, и я с детства с ними пел, и танцевал, пел. Потом учился на скрипке, хорошо учился я. А как услышал трубу, я уже не смог забыть ее. And Jones, aping Ray Leonard, throws his gloves in the air before trying to pound Harris back to the camera. Спорт у меня с детства. Я заводной. Я до конца как бы бился на ринге и не уступал, вот, пока не успокоюсь. Настырность, упрямость, воля – это хорошо, но бокс превращать в драку было нельзя. Я немножечко неправильно вел себя. В боксе это удары, это постоянная травма лица, постоянно руки повреждаются. Это выдержка, умение терпеть боль, и потом на инструменте наиграешься, губы опухают. И сказали, да, сделать выбор. И я сделал выбор.
так все вроде бы правильно играешь, а вот в удовлетворении у меня что-то не просто, не слипались ноточки. Оттяни так и аккорды. Старые магикане говорят, научить невозможно никого. Научиться можно. В то время не было джазового образования. У меня учителем был джаза. Это пластинки, это записи магнитные. Все музыканты, которые прошли, ночью включали «Голос Америки», слушали. Я на ноты записывал. То, что то появится мелодия, потом пропадет. Он был гоним всегда. А вот я с 63-го года его играю, этот джаз. И он у нас не пропагандировался. Я вот в училище брал до 5-й. Ну, все мечтал ее взять, взял. Там до 4-й, потом ми, соль. И вот до 5-й. Ко мне директор пришел, еще раз возьмешь, выгоню тебя с училища. То есть ругали нас за это и за джаз. Конечно, существует фольклор, вот этот негритянский, темперамент этот негритянский, конечно, он существует. Но если музыкант, и что у белого, что у черного, у нас у всех кровь одна, красная. Одно дело, если ты живешь музыкой, то играешь, а если не живешь, не играешь. А вот те ребята, которые говорят, что лучше негр все равно играть, это бесполезно, это ерунда. Меня вот приглашают часто с концертами и в Германии, и Швейцария, Австрия, Польша. Я ездил, мастер-классы давал, концерты. Мне было предложение возглавить кафедру в Австралии, институт музыки. Мне даже дом купили. Но я не согласился уезжать, эмигрировать с России. И отец у меня здесь ушел, он из жизни, и дети у меня, профессии у них хорошие, и, ну и народ. У нас удивительно красивые народ, удивительно красивые, и девушки, и женщины, и мужчины, и дети. У нас самые открытые, самые ласковые, самые добрые, самые красивые. В Америке лично очень много учеников уехало, они востребованы в оркестрах и стали удивительными музыкантами. Во Франции есть ученики у меня, здесь учились, востребованы, уже преподают во Франции, в Австрии, в Швейцарии есть мои ученики. Чаша гордости моя за моих ребят, она просто полна. К ним, конечно, я строг, но тут никуда не сделаешь. Я так не обижаю их, но очень строг. Я даже вот переживал, даже ночи не спал. Я вот Сережу даже убрал с оркестра. За то, что он убежал и гала-концерте не выступал, а уж убежал, вот сейчас молодежь любит это, на халтуру бегать. Вот он взял и убежал на халтуру. А оркестр полностью он бросил. А он же первый пульт играл. Разве можно так? Качество музыканта. Качество музыканта – это как раз целое, это доброта, внимательность, память, порядочность. Вот это очень важно. Вот это одно из самых главных. А тогда образуется родничок. И вот они, все люди, которые учатся, они несут созидание. Все. Они созидают музыку, созидают творчество, созидают, сочиняют прямо в этот миг. Создают то настроение, которое вы чувствуете. Thank you.